вынудили уехать. Крымско-татарский активист Реза Асанов покинул аннексированный Крым из-за российских репрессий. Вместе с другими крымскими активистами он поддерживал украинских военнопленных моряков, отправлял им посылки в СИЗО и говорит, что будет бороться и дальше. С крымско-татарским правозащитником встретилась Ольга Волынец. С Резой Асановым мы встречаемся в Киевском парке. Несколько дней назад он вынужденно покинул оккупированный Крым. Национальную борьбу решил продолжить вне полуострова. Какой толк родине от мертвого патриота? Я боец. Многие считают, что я уехал из Крыма только потому, что было совершено нападение. Нет. 5 близких мне людей, они в тюрьме сидят. Оставив борьбу за них, за их свободу, ну я их предам. Реза Асанов – крымско-татарский активист. 2 января двое неизвестных напали на него возле объездной дороги Белогорска в Крыму. Там Асанов снимал стройку трассы Таврида. Уже в Киеве активист подал заявление о нападении в прокуратуру Автономной Республики Крым. На этот момент уже было возбуждено уголовное дело по этому факту, по сообщениям в СМИ. С ним были проведены первоочередные следственные действия. Вот, сейчас решается вопрос о назначении судебно-медицинской экспертизы и о дальнейших следственных действиях. Закон от 2 ноября 2013 года, номер 302 ФЗ, наказание в виде лишения свободы до 15 лет. Оккупационные власти Крыма продолжают давление на неугодных режиму по политическим мотивам. И сегодня открыто 44 производства, утверждают в крымской правозащитной группе. По меньшей мере 37 украинцев незаконно лишены свободы по сфабрикованным делам. В целом, конечно, система репрессий ужесточается. Мы видим, что продолжается преследование активистов. И использование российского так называемого экстремистского или антитеррористического законодательства. Более того, больше стало дел, связанных со свободой слова и выражения мнений, то есть это за высказывание в социальных сетях. Несмотря на это, крымские активисты продолжают борьбу, приходят под суды поддержать политузников, оперативно распространяют видеоматериалы про обыски, передают информацию о репрессиях на оккупированном полуострове украинским и мировым СМИ. Десятками, сотнями людей собираются даже в мороз. Вот даже сегодня мороз, снег в Крыму, люди собрались, чтобы поддержать. И это сильно нервирует российскую власть в Крыму. Именно с активным участием в поддержке захваченных украинских моряков связывает Реза Асанов ужесточение давления на него. В конце ноября он был среди тех, кто пришел под Симферопольский суд поддержать военнопленных. Оперативно передавал информацию с места событий и в прямом эфире выпусков новостей на UATV. Суд это не убедило. Всем стабильно. Всем будет мера пресечения до 25 января. Активист обещает, борьбу с оккупационным режимом не прекратит. Я ж борюсь, я буду бороться до конца. Ольга Волынец, Евгений Савицкий, UATV.